сейчас я выйду уже и расскажу, что я чувствую. Скалолазка из меня не очень, а вот повар отличный. Надеюсь, вскоре мы будем есть. Печенка кролика. И еще будет орикс. Понимаешь, когда ты находишься в палатках, у меня есть один тупой нож. Это единственное место в Намибии, где нормальный и жаркий климат. Главное не останавливаться. Я никогда в жизни не видела землю такой совершенной. В моей тарелке оказался страус, орикс, зебра, антилопа. Медиум или не медиум будет зависеть от повара. Чем знамениты местные устрицы? Мы доехали с рейнджерами сюда, где Атлантический океан сходится с миллиардовековыми дюнами, и мы находимся в Намибии. Класс!